Только что, сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Летчики, поехали. Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. Дымится. Сколько минут назад? Ну, 30 минут назад где-то. Да, майор. Значит, это Чернухинский сбили самолет. Кто? Пилотом через Чернухинского блокпоста. Казаки, что на Чернухина стоят. Да, майор. Значит, самолет рассыпался в воздухе в районе шахты Петропавловской. Первый 200-й. Нашли первого 200-го. А была женщина. 200-й. Да, гражданский. Да, Саш. Ну что у вас там? Короче, блин, стопудово гражданский борт. Понятно. А этот как? Народу много там? Это пиздец. Обломки прямо во дворы падали тут. Вот так вот. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, то что я не был возле основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот так. И вооружение вот. Есть что-нибудь? Вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, блин, там полотенце такое, туалетная бумага. Документы есть? Да. Индонезийского студента есть. Из университета Томпсона, блядь.